Пару дней попотел, там грамм 200 пропустил. А сейчас 10 дней провалялся. Вроде температуры нет, вроде грипп. Что-то... Не, и грипп тоже. Перекон, он говорит о том, что у него только по русскому, мы не должны его ругать, диктантом. Мы должны все у него научиться, как надо трудиться. Это мне было очень... И как через говорить год, на через, другом языке, через год а не на родном. Училище раз выдавали. Угу. И меня как лучший кавалерист, я полк-единицы... А как в авиацию попали? Я просто пошел поступать. А, уже поступать, в да? России хотел смотреть. А вот напомните мне, пожалуйста. Как авиация попал, я скажу. Угу. Потом, значит, после этого всех расстреляли меня, число 25, 20 человек взял высший кавалерист из школы имени Сергея Беде в Москве. Там я вот стал отличником, боевой политиконный патруль. Представили меня и Сашу Еремина, маршала советского Бедёнова. Он нам по 100 рублей дал. Потом кавалерию расформировали. Попал в общеводское училище. Я кончил общеводское училище с отличием. Поступил с двойкой, получил с отличием. Потом стал командир взвода, командир роты. Секретарь парткового, начальник политотдела. Почему эту форму нашел? Я бывший начальник политотдела, воспитывал летчиков. Комендант был на гоплахте, где жил. Почему воспитывали? Потому что они, среди них очень много недисциплинированных увлекал. Я комендант был, они нарушали, вы воспитывали. Потом проводили с ним показные занятия. Почему эту форму нашел? Там в авиационном гарнизоне мне положено было мне и командиру носить эту форму. Поскольку мы их воспитывали, их учили, вот как они должны любить родину, как бы должны летать. Даже был случай. МиГ-25 освоили, самолет в воздухе, говорят, что пожар пробует двигатель. При посадке он столкнулся. Все сказали не подходить. Я выбежал, взял пожарную машину, спас Барабина летчика Барановича, вот это из Беларуси. Вот. И меня ругали, самолет взорвался, погиб. Потом, после потом этого, наградили. Да, да. Потом поругали, потом наградили. После этого я, спасите моя должность, старший инспектор политоправильного ВЭЗа города Сванёва. Я окончил высшую партшколу при ЦК, прикладывая. Диктант принимала подруга жены Ленина в Минске, Хавасмивновна. Даже меня хвалила, сказала, товарищи русские, даже у вас ошибка 22, это 44, а Степанян 22. Вот. Потом, когда я был командиром... Пожалуйста, а вот для вас 23 февраля, что это за праздник? Это праздник, созданный рабочим местом Красной армии. Под Пусковым нарвом период, значит, немцев разгромили солдаты рабочих крестьян. Из этого читается дата День Красной армии военно-морского флота. Вчера из Байкала мне звонили, поздравили. Что я хочу сказать, что наше советское общество, это было самое лучшее государство. Даже Бжезинский, лидер, который, значит, инициатором развала, перед смертью признал, что это была ошибка, самая лучшая. Как преемница Советского Союза смогла взять вот это лучшее из Советского Союза и продолжить эту традицию? Да, значит, Советский Союз сейчас до сих пор никто не реагирует за западные вот страны. Давайте вернемся к празднику. Задавай. У нас сегодня все-таки праздник. Скажите, пожалуйста. Капитан Советской армии. Видно. Самое главное, чтобы она... Спасибо. Только так. Да, дорогой, так. Не двигайся. Да, я шарф засел. Так. Большой привет. Спасибо большое. Потому что если вы это проговорите, не надо страну превратить в общем, хотят разделить, раскусочить, да, и это расслабить. И хотят однополярное государство сделать, чтобы всем миром руководил
Соединенных Штатов Америки. Ничего у них не получится, абсолютном порядке, потому что никаких санкций не поможет им, потому что мы, наш народ сейчас объединяется, вот сегодня, вот два дня тому назад принято признать государственности Донецкой и Луганской, этим самым мы сегодня защищаем народ. Там основная масса народ, это там русский народ и имеет наши паспорта. А мы обязаны защитить каждого гражданина нашего советского, из России, президента. Его поддержали все силовые органы, его поддержал Госдума, его поддержал Совет Федерации. Таким образом, все, весь народ наш сегодня доверяет решению нашего президента. Так что, конечно, нам будет немножко тяжеловато, но мы не сдадимся. Поэтому я сегодня всех наших граждан Кабардино Балкарии и города воинской славы поздравляю этим замечательным праздником, праздник Днем Защитника Отечества, и желаю вам здоровья, счастья, благополучия. Дорогие друзья, в этом году мы справляем 100 лет нашей республики, 90-е Кабардино Балкарии. В этом году мы поздравляем, отмечаем битвы в Сальских степях в Мартыновском районе, где защитили в течение двух недель наши 115-я кавалерийская дивизия, исполняется 70 лет. Поэтому мы сегодня вас говорим о том, что мы праздник встретим замечательно, город наш хорошеет, мы потихонечку развиваемся, все будет у нас нормально. Спасибо вам всем. Спасибо огромное. Так вот, чайный менеджер, нам с тобой уже. Что опоздал? Давай. Так. Сегодня, как и по всей стране, в нашей республике отмечается очень важный, значимый праздник для всей страны. День защитника Отечества. Раньше он назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. А сейчас День Защитника Отечества. Мы думаем, что это правильно. Потому что любой человек, находясь на своем месте, если он выполняет свой долг добросовестно, вносит определенный вклад в развитие страны, он настоящий защитник своей Родины. Сегодня мы собрались, ветераны вооруженных сил, ветераны Афганистана, ветераны правоохранительных органов, и с большой радостью отмечаем этот праздник. Этот праздник очень судьбоносное решение. Признать тех республик, над которыми издевались в течение 8 лет. Мы, ветераны, приветствуем такое решение и рады этому событию. Единственное, мы хотим сказать, что, может быть, это решение немного запоздалое. Может быть, надо было раньше его принимать. Но президенту виднее обстановки. И мы считаем, что он вовремя и правильно принял решение. Мы, ветераны, поддерживаем это решение. И на своем месте мы все являемся воспитателями, работаем с молодежью. Мы будем делать все, чтобы молодежь понимала, почему такие решения принимаются главой страны и почему мы поддерживаем жителей Донбасса и Луганска в своем выборе жить свободно, независимо и развиваться и радоваться этой жизни. Есть. Спасибо большое. Самый. Это, понимаете, это рукотворство, все ж таки, я так думаю, это все ж таки американская работа. Они его проверили, этот самый, как его заболевший, а умерших сколько. Целый этот, я, да, говорю, как мегаполис, ленинградский мегаполис. Восток его, это ушло.
Я пожелаю жителям Кабардино-Балкарии здоровья. Скоро вот у нас столетие, значит, государственности Кабардино-Балкарии, как образована Кабардино-Балкария. Мы-то вообще-то присоединились к России при еще Иване Грозном в 1557 году. Я помню, как в 400-летие, значит, отец, будучи работником райкома партии Искенского, я с ним еще в Москву приезжал. Я в Москву повезу. Вот это я помню. Народ очень уважаемый, по крайней мере, в Москве, вот я бываю, в Санкт-Петербурге, Москва, Воронеж, все очень любят. Откуда? С Кавказа, Черкес. О, это наши братья, это вообще вот так, вот сам, уважаю. Разве нас уважают около вечного дня после Орла, первый Орел стоит, город воинской славы, за ним мы стоим. Значит. Национальная ассоциация объединения офицеров запаса вооруженных сил «Мегапер» выступила в поддержку решения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о признании Луганской и Донецкой народных республик. В условиях, когда политический диалог вошел в тупик, это было самым выверенным и правильным решением. Мы считаем, что данное решение позволит урегулировать ситуацию политическую на границе с Украиной. И мы очень надеемся на то, что народы Украины и России, как и дальше, будут продолжать жить в мире. Спасибо большое. И, друзья, сегодня мы стоим в самое святое место нашей Кабардино-Балкарии, в центре города воинской славы Нальчик, вечный огонь славы. И отмечаем День защитника и Великой Отечественной войны. Мы прославляем всех тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу великую Родину, Родину Россию, самую богатую, самую большую страну во всем мире. Одновременно мы сегодня радуемся, наши ветераны из города воинской славы, участников войны, к сожалению, сегодня остался всего 21 человек в городе. Они вчера, несколько человек, звонили и радовались о том, что подписан нашим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным о признании Донецкой Демократической Республики. Фашистов, которые вместо гитлеровцев воевали, хотели там их уничтожить. Ну, ничего не получится. Значит, раз мы признали, теперь будем защищать. Нас радует. Сегодня утром я проснулся и вижу, как наша Кабардино-Балкарская Республика отправила несколько тонн, десятки тонн материальной помощи, да, Донецк отправила. Уже его поддерживает, вся страна поддерживает. Со всех сторон звонит, приглашает людей. Каждый, даже жители приглашают в свои квартиры людей. Поэтому мы это поддерживаем. Дорогие друзья, но впереди у нас еще великий праздник. Это для нас, для Кабардино-Балкарии. Мы встречаемся, ну, мы вот, кто сегодня живет, они, наверное, последний раз встречать столетию. Вот это для нас последнее столетие. Мы его встречаем. И торжественно должны встретиться в сентябре месяце. Огромные составлены планы и в Москве, и в городе Нальчик, и в районах везде. Будет прекрасный праздник. Нас радует о том, что мы так хороши были, занимали призовые места в России по красоте нашей города Нальчика. Но сегодня наши красивее улицы теперь делать улицы, строить новые здания. У нас радует о том, что будет восстановлен в Тарнавском олимпиадном комбинат. Нас это строит. Нас радует, где будет около 10 сотен гектаров земли будет под, как их называть, теплицей, где будут работать 1500 человек. Поэтому это нас очень радует, нас, потому что мы, когда воспитываем детей, говорим патриотическое воспитание. Это одно дело патриотическое воспитание. А еще есть деловая,
деловая патриотизм. А что ты сделал? Мы ученикам говорим, чтобы они, вот мы оставляем им, мы ветеран уже уходим, мне уже 90 лет, мы уже уходим, оставляем все для нашей молодежи. Мы очень надеемся, что они будут такими же, как их дедушки, прабабушки. Поэтому, дорогие друзья, слава нашему народу, слава нашим ветеранам Великой Отечественной войны, вечная память тех, кто отдал свои жизни за нашу великую Родину. А всем соотечественникам я желаю здоровья. Победили мы Великую Отечественную войну, проклятого Гитлера, победим и коронавирус. С обязательным порядком победим, и у нас все люди будут здоровы. Спасибо вам. Это в контрабом. Связь поколений, там, действующие генералы. Мы не действующие. Мне приятно, потому что я закончил Московский институт кинофотоискусства, работал фотографом. Я по специальности по первой фотограф, тогда вы должны мне подсказывать. Его прибьют. Не на ПКК. Да, смотря на этот упадет. Спасибо. Кабардино-Балкарии. Во-вторых, приветствую всех тех, которые были в военных, как вам сказать, и в Чечне, и в Афганистане, и в Южной Осетии. Вот те люди, которые наши непосредственно, где участников, я приветствую сейчас уже участников Великой Отечественной войны, к сожалению, не осталось. Я в хорошее время, значит, жил. Даже студентом в 66-67 году, когда был, все фронтовики были еще живы, и я очень большую информацию получал о войне. Папа мой, значит, в 48 году вернулся. 3 года еще он добивал после окончания войны, значит, этих лесных братьев на Украине. Наверное, поэтому по истечению обстоятельств или по воле Аллаха я попал туда. Сегодня день, раньше при советской власти он считался день военно-морского флота. Сейчас он День Отечества. Это очень великий праздник. Это большой праздник. Вот если его взять по силе, я так думаю, что вот сейчас 9 мая, конечно, это великий праздник. Вот, наверное, после 9 мая это вот этот праздник. А дальше уже идут эти праздники. Я желаю вот жителям нашей республики здоровья. Сейчас очень тяжелое время идет. Идет в каком смысле? Мы экономически мы не слабые, военно вообще не слабые. Народ хороший, нас очень любят. Говорят, вот в Москве надо. Я говорю, да, ты на себя посмотри, как ты одет. Одет, как ты был вот, в свое время, в истину вышел, так это. Нормальных людей, как только скажешь, откуда черкес, садыга. И нас очень любят. Сегодняшний день, это вот с левой стороны стоит памятник, значит, я туда подошел, там, я извиняюсь, супруги, родной был. Отец вот всю войну прошел. Единственного дядю моего, значит, в Лискенской зоне, председателем колхоза, его райком партии оставил для... У него было много партизанским отрядом туда-сюда. Он домой пришел, его, значит, раз предали, Бурухиш предали, его единственного расстреляли в этом самом. А концлагерь тогда находился в районе Аллагира. Его расстреляли в декабре, а супруга его по сапогам этим узнала только в марте месяце. Вот так это, вот такие тяжелые, поэтому я имею в виду, прошелся мой род, фамилия моя. Конечно, сегодняшний день. Сегодняшний день это великий день, понимаете, это вот этот день, бедный, вот сейчас я шел и
старики, вот те, которые, ну, они не были, конечно, участниками, но они ветераны труда, значит, во время войны, детьми, 10-летними, 12-летними, они, значит, мины вытачивали, что это они только не делали. Они становились, молодые парни становились быстро старателями, так его, старше. Они начинали, вот возраст их молодой вроде бы, а ум и сознание и дела уже были довольно-таки очень серьезные. Знаете, что самое интересное, что сегодня очень тепло. Ты там бываешь, смотришь, в Москве раз вот было, и все равно хотя бы днем надо выпить. И сразу туда, то есть, наверное, в Россию уважают. Так, утром не было, да? Только... Просто многие там против бывают. Thank you.